В Бердске автомобиль утонул прямо посреди проезжей части. Чтобы достать машину, потребовалась помощь спасателей. Дама за рулем седана не подозревала, что лужа скрывает глубокую яму. Легковушка провалилась под воду почти полностью. Владелица иномарки выбралась из салона, села на крышу авто и вызвала МЧС. Бердской администрации пояснили, что дорога не на балансе города. И единственное, что могут сделать власти, это установить знаки, запрещающие проезд.